Эти два рисунка акварельными красками нарисовали Артем и Глеб Шитовкины. На них изображен котенок с бабочкой и птичкой на носу. А это видео в группе ВКонтакте молодежного центра прислала Светлана Краснова. На нем женщина рассказала об уникальных уголках нашего города. Все эти работы приурочили к конкурсу «Изоляция», который посвятили Всемирному дню молодежи. Решили создать этот конкурс, чтобы узнать, сколько у нас творческой молодежи и не только молодежи в городе. Как-то разбавить их досуг, чтобы они не сидели дома, занимались чем-то интересным, чем-то позитивным, узнавали что-то новое для себя. Принять участие в конкурсе могут желающие от 14 лет в четырех номинациях: виртуальная презентация, культурный след, лучшее дистанционное занятие, я на дистанционке. На своей личной странице ВКонтакте вы выкладываете свою работу, фото или видео, прикладываете к нему свои данные и номинацию, в которой вы участвуете, и ставите хэштеги «Изоляция Саров», «Изоляция конкурс» и «Молодежный центр Саров». Заявки на конкурс принимаются до 20 июля, а 22-го жюри подведет итоги и наградят победителей памятными дипломами и подарками. Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 991-12. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».